Этого никогда не должно было случиться. Нам даже не пришлось бы договариваться. Кто-то спрашивает, а что бы вы сделали? Но нам бы даже не пришлось ничего делать. Путин не сделал бы этого при мне. И как минимум, они должны были как-то договориться. Украина могла отдать Крым. Или могла бы как-то решить вопрос с НАТО, заявив, что не собирается вступать в альянс. И тогда у них была бы страна, потому что я уверен, что Путин хотел договориться.